Мособлгаз просит абонентов произвести оплату за потребленный в июне газ до 10 июля. Быстро и без комиссии это делается через личный кабинет клиента, а с действующими тарифами можно ознакомиться на сайте предприятия. Заместитель главы администрации Одинцовского округа Михаил Каратаев отметил, что своевременная оплата потребленных населением энергоресурсов помогает предприятиям ЖКХ полноценно готовиться к отопительному сезону.